300 квадратных метров. Раньше на них располагалась автомойка. Сейчас только груда строительного мусора. А уже через пару дней не будет и его. Все потому, что несколько лет назад, когда Сайдулла Магомедов решил присвоить себе бесхозную территорию, здание, ставшее мойкой, появилось здесь незаконно. Земля была свободная, машин тогда не было, моек вокруг не было, мы взяли и построили. Претензий таких не было. Только недавно администрация вынесла решение снести ее. Глядя на то, что осталось от некогда процветающего бизнеса, предприниматель не расстраивается. Говорит, дела давно идут, неважно. Говорят, здесь дорога будет строиться. И поэтому рано или поздно все равно снести ее надо. Впрочем, если очень хочется, спасти бизнес можно. Для предпринимателей, которые не согласны прекращать работу и готовы оформить все по закону, существуют специальные условия. Если объект не представляет угрозу жизни и здоровья человеку, если объект вписывается в архитектурно-градостроительный облик города, мы стараемся дать возможность собственнику узаконить его, получить исходно-расширительную документацию и всячески ему содействуем. На сегодняшний день в Химках снесли уже 10 объектов самовольного строительства. В ближайшие 2 месяца власти планируют распрощаться с 3 незаконно возведенными помещениями, 2 из которых предназначены для торговли, а 1 для автомойки. Нина Бережная, Алексей Сыченко, новости Химки ТВ.